Да, Вера Сергеевна. Да, я все понял. Я скоро буду. Сергей, вы меня не поняли. Вы должны приехать немедленно. Вера Сергеевна, я все понимаю, но просто я обещал своим детям выходной провести с ними вместе на даче. Я их отвезу к сестре и сразу приеду. Жениться вы не пробовали? Алло. Алло, Вера Сергеевна. Алло, сестренка. Привет, Ир. Я Машку с Ванькой к тебе привезу, а? Ненадолго, не... Я только до... Да я помню про твою личную жизнь. Я освобожусь, сразу их заберу, ладно? Спасибо, спасибо, спасибо. А? Здравствуйте. Здравствуйте. Папа не любит, когда мы роемся в его комнате. Мы просто хотим посмотреть фотографии. Вот он. Зачем держать такое старье, когда есть компьютер? Они красивые, да? Оба. А это еще кто? Это не мама. Я вижу. А зачем здесь эта тетка? Распрячься от нас, значит, любит. Это хорошо. Чего хорошего-то? Может, он женится, и у нас будет мама. Еще чего. Ваня! Маша! А, вот вы где. А, собирайтесь, мы едем к тете Ире. Как это? А дача? В следующий раз. Меня на работу срочно вызвали. Мымра. Никогда не думала, что так могу ненавидеть человека, которого никогда не видела. Пап, твоя начальница достала. Третий выходной не дает нам съездить на дачу. Когда-нибудь я увижу эту мыло и скажу ей все, что про нее думаю. Пап, а ты любишь эту тетю, которую в свадебном альбоме? Передайте, пожалуйста. Поранишь. О, вот и она. Она без тебя и 5 минут жить не может, да, пап? Да, Вера Сергеевна. Вы заставляете себя ждать, Сергей. Я буду через полчаса. Поторопитесь, ищите себе новую работу. Не переживай, пап. Да все нормально. Это и есть та тетя с фотографии. Мымра? Она не мымра. И хватит об этом, хорошо? Ты ее любишь, да? Ваня сказал. Хватит, а? Почему она всегда портит тебе настроение? Потому что она мымра. Все выходные нам портит. Пап, ты только быстрее, ладно? Иран, ты понимаешь, что с огнем играешь? Да ничего ты мне не сделаешь, я перестраховалась. А если я почувствую хотя бы малейшую опасность с твоей стороны, ты прекрасно знаешь, что я с тобой сделаю. Вер, слушай, просто подпиши бумаги и все. У тебя останется большая сумма денег, ты сможешь все начать сначала.
Нет, Витенька, ты забыл, что все имущество и акции записаны на мое имя. Если ты попробуешь хоть что-то предпринять, я тебя без штанов оставлю. Кстати, с домом в Озерках ты можешь уже попрощаться, я его сегодня продаю. Пока! Не кашляй! Не смей бросать трубку! Ничего, кровью умоешься. У тебя все готово? Да. Мы отслеживаем каждое ее движение, прослушиваем. Пожалуйста, сделай все очень чисто. Нужно, чтобы все это выглядело как несчастный случай. А этот ее водитель. Жалко парня. Если возможно обойтись без этого, пусть живет. У него дети, кажется. Мальчик и девочка. Ну вот, видишь. А по этой... По ней даже никто не заплачет. Даже не сомневаюсь. Выполняй. Есть. Я очень недовольна. Вы опять опоздали. Через 20 минут мы должны быть в Озерках. Я советую вам пристегнуться, Вера Сергеевна. Я не нуждаюсь в ваших советах. И не надевайте этот дешевый галстук, когда приезжаешь на работу. Это правда, что вы служили в спецназе? Нет, я служил в милиции. Почему ушли? Выгнали? Потрудитесь отвечать, когда вас спрашивают. Вера Сергеевна, если вы хотите приехать вовремя, я прошу вас меня не отвлекать. Я не просто так задаю этот вопрос. Мне нужно знать, можно ли вам доверять. Мое прошлое, Вера Сергеевна, не имеет никакого отношения к вашему доверию. Если у вас есть ко мне претензии как к водителю, то, пожалуйста... Я хочу вам предложить работу не только как водителю, но и как моему личному телохранителю. Мне больше некому довериться. Вам грозит опасность? Да. Не исключено, что мой муж хочет меня убить. Но если Виктор Викторович захочет вас убить, то я вряд ли смогу вам помешать. Он человек серьезный. Я тоже человек серьезный. Мне нужна твоя помощь. 4 дня. Потом состоится суд, нас разведут. И убивать меня будет бессмысленно. Наоборот, даже как-то глупо. Ему надо будет холить, леять, меня на руках носить. Ну что, 4 дня? 500 000 рублей. Щедрое предложение. Согласны? А потом вы меня уволите, да? А сами уедете за границу. Не исключено. Но я выполняю свои обязательства и того же требую от других. Договорились? Что я должен буду делать? Охранять меня. 24 часа в сутки.
когда я сплю, спать рядом в соседней комнате. Работа, конечно, опасная, но поэтому я плачу такие большие деньги. Вадик, это смешно. Ничего страшного не будет, если я немного опоздаю. Я и так иду этим людям навстречу. 10% за эти деньги они могут подождать. Вадик, послушай меня. Если и эти клиенты соскочат, ты свою хрущобу продашь. Понял, чтобы со мной рассчитаться? Ты слышал меня, что я сказала тебе? Да, хорошо, Вера Сергеевна. Да-да, я все понял. Все, да. Выполняй. Продавец задерживается, придется минут 15 подождать. Ну что, вы приняли решение? Я прошу прощения, Вера Сергеевна, но я вынужден отклонить ваше предложение. Может быть, вы чего-то не поняли? Или не услышали? Я увеличиваю вашу зарплату в 5 раз. Я все хорошо услышал, Вера Сергеевна, но я вынужден вам отказать. Струсили. Вы предлагаете действительно опасную работу. Так что считайте, что я не хочу, чтобы мои дети остались сиротами. Я надеюсь, вы понимаете, что вы уволены. С завтрашнего дня. Угу. А наша мама какая была? Я вам уже 100 раз рассказывала. Она мне надоела. Она была очень хорошей. И ваш папа ее очень любил. А потом Боженька позвал ее на небо. Так часто бывает, что хорошие люди рано уходят. Но она всегда с вами. Смотрит на вас сверху. И поддерживает вас в трудную минуту. Тихо. Мы, конечно, маленькие, но не настолько. Мама просто умерла. Да и вообще Бога нету. Бог есть. Но ты еще маленькая, чтобы это понять. Тетя Ир, может быть, ему жениться? В смысле папе, а не Богу. Да как он женится при такой жизни? Где он кого-нибудь встретить сможет? Да какая дура за него пойдет, когда у него такой довесок? Какой довесок? Сама ты дура. Это я довесок? Да это ты довесок. Сам дурак, сам довесок. Так, ну прекратите. Ну как вам не стыдно? Маша, Ваня, какой вы недовесок? Кто тебе такое слово-то сказал? Соседка сказала, которая напротив. Говорит, хороший у вас отец. Да только какая же дура за него пойдет, когда у него такой довесок? Сама она дура. У нее 10 кошек живет. Так, послушайте меня. А вы не слушаете никого. Встретит ваш папа еще ту, которая полюбит его и вас. Мне и так хорошо. Что только о себе и думаешь. А вдруг мама его тоже полюбит? Что значит тоже? Не обращайте внимания, тетя их. Сам не знает, что говорит. Не надо ему жениться. И вообще, две хозяйки в одном доме не уживутся. Это ты хозяйка?
Да ты за собой тарелку вымыть не можешь. Это называется руководить. Тарелки же чистые. Потому что я их мою. Нет, потому что я незаметно для тебя руковожу. А значит, я хозяйка. Мымра, ты не хозяйка. А ты дурак, но я тебя люблю. Значит так, у меня сегодня очень важная встреча, поэтому давайте-ка будем собираться. Смотрим за пальцем, за пальцем. Головой не крутим, не крутим головой. Голова кружится? А? Голова кружится? Немного. У вас сотрясение мозга. Вашей спутнице повезло гораздо меньше. А что с ней? Она выживет? Я врач и не ясновидящий. У нее тяжелая травма головы. А чего ж вы ее не пристегнули-то? Она не любит. Не хочет. Ну и напрасно. Я бы вас наказал, а теперь вон, пускай эти наказывают. Добрый вечер, инспектор ГИБДД Пасаненко. Здравствуйте. Ну, что у нас тут произошло? Подрезали кого-нибудь, двойную сплошную. Ну, рассказ будете или эксперта будем ждать? В нас стреляли. Так. В нас действительно стреляли сначала в колесо, а потом для верности в бензобак. Ну что, мафия, что ли, какая? Документики будьте любезны. Да, конечно. Права сгорели в машине. Ну да. Враги сожгли родную хату. Знаете, нас действительно стреляли, ваши эксперты могут установить по пулевым отверстиям. Ну, станет так. Щуров Сергей Валентинович. Доктор, он сильно того? И я как раз хотел сказать, что нам пора ехать в больницу. У Сергея Валентиновича и его спутницы нужно очень серьезное обследование в стационаре. Так что вы ждете? Езжайте. Не верите. Почему не верю? Верю. Сейчас все проверим, а мы в больницу к вам приедем и детально все расскажем. Езжайте. Да, поехали. Поехали. Как она, доктор? Состояние стабильное. А что, вас правда стреляли? Чем же вы так-то насолили? Женой-то со своей. Да она мне не... С вами все в порядке? Да, все нормально. Просто я хотел сказать, что нам действительно грозит опасность. А куда вы нас везете? В смысле, в какую больницу? Да во вторую клиническую, тут недалеко. Да вы не волнуйтесь, мы доставим вас в лучшем виде. Если только, конечно, ваша жена нас не подведет. Но я думаю, что будет все в порядке. Алло, Мишка, привет. Привет, старина, как жизнь? Слушай, у меня неприятности. Нужна помощь. Сережа, ну ты меня без ножа режешь. Я же воскресный папа. Молодец, молодец. Аккуратней. Я же должен использовать любую возможность, чтобы пообщаться с дочкой. Хорошо. Я скоро буду. Не волнуйся, все будет хорошо. Давай. Пап, а кто звонил? Честно? Дядя Сережа. А ты ему нужен? Честно? Значит, нужен. Меня возьмешь с собой? О, честно? Значит, нет. А Ванька с Машкой тоже там? Ну, я же не домой к нему еду. Он в больнице. Вот это честно. Точно? Да. Дядя Сережа заболел? Ему нужна моя помощь. Ну, тогда что же мы стоим? Вези меня домой и уезжай к нему. Моя девочка. Поехали. Ну что ж, все могло быть и хуже. Мне сказали, авария была серьезной. Пару дней я бы вас понаблюдал.
Доктор, я могу остаться в больнице, но только если вы положите меня в одну палату с моей женой. Ну, я думаю, мы можем это устроить. И еще, ко мне должен приехать мой друг, Михаил Звонарев. Можно будет его пропустить? Почему бы нет? Спасибо. То есть как-то нет тела? Я не очень понимаю. Исполнитель доложил, что из машины вышел только водитель, после чего он послал пулю в бензобак. Машина взорвалась. Выжить шансов у Веры Сергеевны не было ни единого. Ну и где она? В смысле, где тело? Почему этот твой исполнитель, он не убедился, что дело доведено до конца? Говорит, что после взрыва был уверен, что... Да мне плевать. Мне плевать, в чем он там уверен. Выясни все в мельчайших деталях и доложить в течение часа, ясно? Сделаю, шеф. Все почистим, не беспокойтесь. Слушай, а этот твой киллер, ты ему все деньги заплатил? Нет, половину. Остальное после дела. Правильно. Дело еще не сделано. Когда я всплакну в морге над ее телом, тогда и расплатишься. Понял. Молодец, иди. Очередное крупное ДТП произошло за городом. С нами на связи наш специальный корреспондент Марина Ким. Марина. Страшная авария произошла на загородном шоссе. Машина, принадлежавшая Щурову Сергею Валентиновичу, врезалась в столб и загорелась. По счастливой случайности обошлось без жертв. Водителя и жену отправили во вторую клиническую больницу, чтобы оказать им медицинскую помощь. Спасибо, Марина. Переходим к следующим новостям. Телевизору сказали, что ты попал в аварию. Черт. Что еще сказали? Еще сказали, что тебя и твою якобы жену увезли во вторую клиническую больницу. Это Вера? С тобой все в порядке? Да, да, это Вера. Я в порядке. В порядке. Вообще-то меня не будет несколько дней. Что? Скажи детям, что я уехал в командировку. Ты сам им скажи, ты думаешь, они мне поверят? Ира, мне на самом деле нужно уехать на несколько дней в командировку. Побудь с детьми, пожалуйста. Сергей, ты забываешь, что у меня тоже есть личная жизнь. Он с минуты на минуту сюда придет. Ну, Сереж, ты обещал. Я ничего не забываю. Просто я тебя очень-очень прошу. Я очень редко это делаю. Это твоя начальница, да? Послал бы ты ее уже куда подальше. Что ты себе работы не найдешь? Сейчас дайте мне. Папа, папочка, как ты себя чувствуешь? Машуль, я потом перезвоню. Ну, что он сказал? Вообще не хочет со мной разговаривать. Говорит, потом перезвонит. Дети, я думаю, вам пора спать. Какое спать? Как можно сейчас заснуть? Так, все. Мы должны слушаться тетю Иру. Пойдем спать. Как скажешь. Идем чистить зубы. Где я? В больницу послал лучших. Сделают все как надо. А что это за история с женой водителя? Он же не женат. Просто попутали. Такое сплошь и рядом. Я уверен, что это Вера Сергеевна. Заберешь задаток у исполнителя? Понял. И найдешь нового. Понял. Ну, вот же.
Можешь же работать, когда захочешь, а? Я почти доволен. Да. Только сделай все четко. И держи меня в курсе. Ясно? Буду держать в курсе. Молодец. Почти доволен. Не знаю. Вы помните, как вас зовут? Ну, какой сегодня день? Воскресенье, по-моему, выходной, декабрь. Вот видите, не все так плохо, как кажется. Вы помните этого молодого человека? Его лицо мне кажется знакомым. Ну, еще бы оно вам казалось знакомым. Сколько лет вы в браке? 14. 14 лет? Это мой муж? Совершенно верно. Вы кто? Как это кто? Я что, так сильно изменился? Вы что, действительно мой муж? Да, муж, муж. Вообще-то меня можно и на «ты» называть. Может, у нас еще и дети есть? Двое. Мальчик и девочка. Ваня 10, Маша 8. Оба от вас? Да, доктор. Мне врач на скорой сказал, что у нее тяжелая травма. Но мне кажется, что все не так уж и плохо. Видите ли, медицина еще до сих пор не изучила травмы мозга, все, что с ними связано. Ну, понятно, понятно. Ну, конечно. Ты всегда думаешь только о себе. И вообще не думаешь о наших детях. Что-то я их совсем не помню. Да вспомнишь, вспомнишь. Поправишься и вспомнишь. А где они? Каникулы у них. У тетки они. У Иры, сестры моей. Помнишь? Нет. Ничего. Вспомнишь. И детей, и Ирину. Доктор, мы можем ехать домой? Вы прямо сейчас хотите ехать? Ну, я думаю, Вера в кругу семьи, в привычной обстановке, быстрее придет в себя. Вера, это я? А как же? Щурова, Вера Сергеевна. И куда мы теперь? Ну, у нас есть домик в деревне, и наш друг туда нас отвезет. Мы живем в деревне? Нет. Ну, просто тебе нужно подышать свежим воздухом. Ой. О. Да, Миша? Да, я понял. А ты понял? Я не люблю деревню. Я абсолютно городская женщина. А ты уверена? Ты что-то вспомнила? Мне не надо ничего вспоминать. Я и так чувствую, что и дня не проживу в деревне. Пойдем. Куда вы меня ведете? Не волнуйся. Может, мне необходимо лечение? Попадет нам. Не бойся, Маша. Я Дубровский. Просто посмотрим на папу и вернемся к тете Ире. А если она раньше нас домой придет? Не придет. За ней кавалер приехал. Теперь она только утром вернется. Что можно с кавалером делать всю ночь до утра? Это я тебе как-нибудь потом расскажу. Здравствуйте, Вера. Здрасте. Чего, Мишка, не помнишь? Ну, ничего, ничего, вспомнишь. Садись вперед. Садись, садись, садись. Вот. Так. О. Так. Что происходит? Тебе потом все объясню, ничего не спрашивай. Вот ключи от дома, которые типа твои. Папа! Дети! Ой, хорош. Что вы здесь делаете? Как вы здесь оказались?
Ты в аварию попал. Мы должны были навестить тебя. Это она с фотографией. Ты ее фотку в своем альбоме хранишь. Значит так, слушайте меня внимательно. Вы должны притвориться, что это ваша мама. Это такая игра, понятно? Непонятно. Я узнал. Она не поверит. Она поверит. Она потеряла память, понимаете? Если поверит, просите меня все, что хотите. Свят, отпусти. Тихо. Дети, поздоровайтесь с мамой. Мама, здравствуй. Я скучала. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Спасибо. В общем так, я рассказываю. Мы с мамой попали в аварию, и она потеряла память. И от нас зависит, как быстро она поправится. Больше внимания, ну и так далее. Всем понятно? Понятно. Понятно? Да понятно, понятно. Вот и молодцы. А мне непонятно. А тебе я потом все объясню. Я только вот помню, как ты в последний раз жаловался на нее. Опачки. Никто не жаловался. Просто у меня было плохое настроение. Ты треплешься обо мне с дружками? Ну, ты знаешь, тоже не подарок. Это точно. Вообще у нас есть проблемы. Как в каждой семье. Да, но мы их решаем. Да, точно. Да, точно, решаем. Я же где-то работаю. Мне завтра на работу, да? Нет. Тебе не надо работу, у тебя каникулы. Какие каникулы? Я что, учусь в школе? Да нет, ты там работаешь учительницей. Это самое, в младших классах. Ты учительница? Ну, вообще-то это похоже на правду. Я всегда хотела быть учительницей. Да ладно! Не кричи на меня! Все. Бывшая звонила. Ругается, что Ленку на 3 часа раньше привез. Говорит, планы с ее сожителем поломал. Я говорю, Серега со своей ненаглядной в аварию попали. А она не слышит, орет. Ну, с Богом. Добро пожаловать домой. Вер, только знаешь что? Здесь нет твоих вещей. Совсем. Ты не любишь сюда приезжать. Почему? Я не удивлена. Я же говорю, я ненавижу деревню. Мы тоже не любим сюда приезжать. Ага, у нас здесь тоже нет вещей. Ну и ничего. Ничего. Я завтра отвезу вас домой и заодно привезу твои вещи.
Идите в дом. Поправьте меня, если я что-то неправильно понимаю. Значит, вы приехали туда через несколько минут после того, как их отпустили домой. Я правильно понимаю? Так точно. Мы не успели. Они что, вдвоем там были? Виктор Викторович, водила и Вера Сергеевна, двух подготовленных людей вполне достаточно. Только периметр надо было плотно прикрыть. И, значит, там вам объявили, что они муж и жена? Так точно. Вера и Сергей Щуровы прямо так и сказали. Ну, куда они поехали, вы, конечно, не знаете. Хорошо. Павел Аркадьевич еще с вами побеседует. Вы свободны. Есть. Ну, что скажешь? Понятия не имею, как так вышло. Думаю, роман у них начался не вчера. Да? Да что ты говоришь? А почему ты раньше про это не подумал? Что собираешься делать? Первая отработка Щурова по полной программе. Родственники, друзья, знакомые, соседи. Поиск по всем адресам. Второе. Мне непонятно, почему после такой аварии они практически не пострадали. Утром поговорю с доктором, который их осматривал. Не утром, а сейчас! Немедленно! Их ночью выпустили! Это о чем говорит? Что они ему забашляли. Взятку дали. Это говорит о том, что он дежурит там, в больнице. Доктора иногда дежурят ночью в больнице. Паша, ты про это знаешь или нет? Понял. Понял. Я так и знал, что никто из вас не спит. Почему-то. А она спит? Засыпает. Ну что, поговорим? Thank you.
чего? Ваш кофе. И часто ты это делаешь? Что? Приносишь мне кофе в постель после 14 лет совместной жизни. Ну, ты же болеешь. Я всегда за тобой ухаживаю, когда ты болеешь. Спасибо. Черт. Что это? Как что, кофеек? Растворимый? А это что ты хотела, капучино? А я не пью растворимый кофе. Еще как пьешь. Очень даже пьешь. Ты просто забыла. Эй. Я не эй, меня зовут Сергей. Сережа. Где моя косметичка? Она в сумке. А сумка же в машине, а машина сгорела. Я так и буду ходить? Дай мне денег. Здесь в магазине нужно купить что-то для себя. Магазина здесь нет, это же деревня. Черт знает, что такое. Где дети? А Мишка их домой повез. Знаешь, я думаю, это правильно. Понимаешь, они плачут. Плачут? Дети? Ну, тяжело им. Видите, я в таком состоянии, вот я Мишку попросил. Понятно. Предпочитаешь не выполнять своих обещаний. Ну, он еще вещи твои привезет, там, кофты, блузки. Будет рыться в моих вещах? Это, а что мы будем кушать? Действительно. Действительно, я голодный. Я тоже. Ну? Я что, должна тебя кормить? Варить? Ну, да. Я могу тебе помочь. Там картошка, кстати, есть. Ты забыла? У меня память отшибла. Я не помню, как варить борщи. Пойду покурю. Ты не куришь. Потеряла. А вы, видимо, с Сергеем вообще рехнулись. Чего вы там удумали? Ир, не волнуйся, так надо, понимаешь? Не понимаю, не хочу понимать. Ладно, брат мой с этой мэмрой замутил. Ну, а ты-то куда смотрел? Он ее любит. Чего? Да, он ее любит, свою начальницу мэмру. Он ее фотографию в своем свадебном альбоме хранит. Дети, чего вы такое говорите? А что, имеет право? Только тебе, что ли, можно? О чем это вы? Сама говоришь. Утром хватилось, а нас нет. Мы же не спрашиваем, где ты была ночью. И с кем? А это не ваше дело. И вы малы еще, чтобы мне указывать, и идите спать. Ир. Да. У Сергея еще к тебе просьба есть. Ну? Можешь вещи свои дать, платьев каких-нибудь. Есть? Как в воду канул. Ну, кое-что есть. Мы пробили все звонки Щурова за последние пару дней. Напали на след. У него есть друг, Михаил Звонарев. Вместе служили. Вчера после аварии он звонил только ему. Служили вместе. Ну, понятно. Помощи просил. Нашли его? Сейчас ребята пробивают его адрес. Угу. Найдите мне их. Обоих.
У него есть сестра, сын, дочь. Ну и что? Ты собираешься взять их в заложники? И дальше что? Ну как? Мы заставим поменяться. Мы ему детей, он нам веру. Паш, ты идиот, что ли? Ну как ты его заставишь, если ты даже не знаешь, где он находится, а? И зачем мне его дети, если я буду знать, где он? А? Не подумал. Ну ведь у них можем выбить, где он. Пожалуйста, просто найди их и все. Им сестры, дети, меня эти подробности не интересуют. Понял. Где мои вещи? И тебе доброе утро. Вот купил курицу, хлеб, колбасу, зелень. С голода не умрете. Спасибо, Мишка. Слушай, хорошо она память потеряла. Но мозги-то ей не навсегда отшибло. Рано или поздно поймет, что это не ее дом, не ее дети, не ее муж. На что ты рассчитываешь, Сережа, а? Мне надо выбрать время, понимаешь? Ей серьезно грозит опасность. А ты думаешь, опасность грозит только ей? А Ирке, тебе, твоим детям не грозит? Видишь, я хочу ей помочь. Я могу это сделать. Меня удивляет твоя уверенность. У человека ни с того ни с сего появились взрослые дети. Это что, твоя гуманитарная помощь? Слушай, если уж на то пошло, женщине в возрасте без детей тоже... А тебе плевать, что она придет в себя и поймет, что никаких детей у нее на самом деле нету. Эгоист. Ладно, я поехал. Подожди. Слушай, ты думаешь, что мы зря отвезли детей к Ирке, да? Их там... Я не знаю, насколько у них серьезные намерения и насколько они вообще серьезные люди. Черт, а? Не подумал. Ладно, не переживай. Я думаю, твой Виктор не будет воевать с детьми. Нет смысла. Во-первых, он не мой, а ее. Тем более. Слушай, а он вас не перехватит, когда вы на этот развод в суд поедете? Да не, не перехватит. Ее присутствие в суде вообще не обязательно. Адвокат все сделает без нее. В четверг разведем ее, а потом я ее официально положу в больницу. Ага. А потом тебе предъявят тяжкие телесные повреждения или еще что-нибудь. Они найдут. Да. Что ты мне привез? В смысле? Это что? Чьи это вещи? Это твое платье? Вер, ты чего? Это Мишка просто первое попавшееся из шкафа достал. Твое платье. Ну? Это мое? Да. А кто мне его подарил? Ты? Я? Нет, я не помню. А, слушай, так ты его же сама же себе купила. Я тебе вообще платье никогда не дарю. Что? Ладно. Я пойду. Это вместо спасибо, да? Вещи им привези, детей увези. Мишка. Знаете что, я пойду сейчас к чертовой матери. А вы тут оставайтесь. Мишка. Да все. Так. Я вообще проголодался. Пойдем пить чай. Мне надо с тобой поговорить. Заодно и поговорим. Это не мое платье. Ну, значит, мое.
Но оно мне немного большое. Просто похудела. Дело даже не в этом. А в чем? Я бы никогда не купила себе такую вещь. Но куплена на рынке. На распродаже. Ну, ты знаешь, на московских рынках иногда можно найти все, что угодно. Я не покупаю вещи на рынках. Да? А где же ты их покупаешь? Где-где? В Милане. Париже. Лондоне. Послушай, ты чего вообразила? Что ты типа миллионерша, что ли? Ты училка. Простая учительница. Учишь детей в младших классах. Ну давай, повтори за мной. Что? Я учу детей в младших классах. Это не мое платье. А ты надень. Может, тебе понравится. Не думаю. А ты попробуй. Повторяю, вести себя исключительно вежливо. Я сам пойму, что и как. В случае чего дам сигнал, ясно? Понял, Чирик. Понятно. Вам кого? Здравствуйте, Ирина. Мы ищем вашего брата Сергея. Дома его нет, телефон не отвечает. Здесь его тоже нет, и я не знаю, где он. До свидания. Ирина, нам очень нужно знать, где находится ваш брат. Я ничем не могу вам помочь. Вы что, хотите, чтобы я вызвала полицию? Мы очень не хотим, чтобы вы вызвали полицию. Поэтому прошу вас меня внимательно выслушать. Что вы себе позволяете? К вам мы не имеем никаких претензий. Поэтому подскажите нам хотя бы, где находится друг вашего брата, Михаил Звонарев. По месту прописки он не проживает, мы проверяли. Жену его не пробовали спрашивать? Госпожа Звонарева в отъезде. К тому же они в разводе. Но соседи нам кое-что рассказали. Позвольте войти. Зачем? Поговорить. А я вам уже все сказала. Ирина. А мне кажется, вы можете быть нам кое в чем полезны. Вы же иногда бывали в гостях у друга вашего брата. Никогда не бывала и не собираюсь. С папой что-то случилось? Он опять попал в аварию в этой командировке, да? Маша, иди в комнату. Не надо, ему было выходить из больницы. У него после той аварии голова болела. А ему срочно в командировку нужно. Зачем папе ехать из больницы прямо в командировку? Деточка, тебя ведь Маша зовут, да? Да! Папа умер! Нет, папа твой не умер. Скажи, ты сказала, что он уехал в командировку. А куда он, не сказал? Он никогда не говорит. С ним еще женщина была, ты ее помнишь? Я больше с ним никого! Алло, полиция! Там пришли какие-то люди и сказали, что наш папа попал в аварию. Нашего папу зовут Щуров, Сергей. Скажите, куда нам ехать? Мы находимся на улице Рябиновой, дом 8, квартира 15. Как нам узнать про нашего папу? Все эти какие-то мужики, мы их боимся. Скорее, приезжайте! Валим. Ну, и что это было? Мы их сделали. Что-то не так. Что не так? У меня такое ощущение, что меня обвели вокруг пальца. Только не понимаю, как.
Ты этим детям поверил? Да я вообще детям не верю. Я тоже. Подглядываешь? Нет. Извини, я просто... Стой. Я тебя спросить хотела. Да, в конце концов, что я здесь не видел? Я просто хотел сказать, что кушать подано. А что ты хотел спросить? Это платье действительно купила я? Ты, ну что ты носишься с этим платьем? Пойдем обедать. Какая у меня диета? Что? Если это мое платье, значит, я сильно похудела. Какая у меня диета? Я не помню. Кремлевская? Раздельная? Да нет у тебя никакой диеты. Пойдем кушать. Куда ты меня тащишь? Я тебе покажу, какая у тебя диета. Идем, идем. Не бойся. Идем. Вот так. 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 Садись. Ну, вот твоя диета. Колбаса, сыр, курица. Мяса нет уж, извини. Я что, все это ем? Нет. Ты это пожираешь. Еще добавки просишь. Ну, давай. Сначала за Машу, потом за Ваню. Ну, давай, давай, давай. Ну, ты что, ешь? Я руки не помыла. Мы найдем его. Что там с вашим другом? Мы сейчас как раз занимаемся определением его местонахождения. То есть ты до сих пор этого не сделал? Мы работаем. Пожа, ты разочаровываешь меня с каждой минутой все больше и больше. Времени у тебя осталось очень мало. Наизнанку вывернись. Вывернусь. Что я сделала? Что? Я что, действительно такая стерва? В смысле? Мне ничего не нравится. Мне этот дом. Это платье.
дети. А что дети? Они уехали, а я не скучаю. Наоборот, даже какое-то облегчение. Я же, наверное, должна ругать тебя за то, что ты их увез. Но я даже рада. Почему? Ты что, их никогда не любила? Такое может быть? Вер. Ты очень сильно пострадала в аварии. Но нужно просто время. Все вернется. Понимаешь? Скажи мне честно. Что сказать? Что я сделала? Ничего ты не сделала. Правда. Ты поправишься, все образуется. Хорошо. Тогда что ты сделал? Почему мы прячемся в чужом доме? Что? Ты все слышал? Я, конечно, стукнулась головой, но я же не дура. Я же вижу, что происходит вокруг. А что ты видишь? Я не понимаю. Да все ты понимаешь. Скажи мне честно, это же не наш дом. Я подумала. Поняла. У тебя неприятности. Тебе грозит опасность. Мы попали в аварию, потому что скрывались от кого-то. В нашем доме наверняка нас ждет засада. Поэтому твой друг Миша привез нас сюда. В этом доме нет ни одного фото. Нашего семейного фото. Ничего. Чтобы хоть как-то напоминало о том, что мы здесь изредка бываем. Это не наш дом. Я права, Сереж? Что ты сделал? Мы в беде. А пойдем чистить картошку? А то уже ужин пора. Слушай, ты что, ни о чем, кроме еды, вообще думать не можешь? Не, почему в перерывах между обедом и ужином? Я думаю о тебе. Не волнуйся так сильно, все у тебя получится. Я вообще ее раньше когда-нибудь чистила, да? Конечно, конечно чистила. Тут главное вспомнить. А вот, вот ведь действительно проблема. Не можешь вспомнить ни детей, а как картошку чистить. Ну, картошка – это тоже важно. Ты вообще черт знает, что такое. Я ее раньше никогда не чистила. Знаешь, в чем твоя ошибка? Ты действительно пытаешься вспомнить, как это делать. Подожди. А вспоминать ничего не надо. Есть такая мышечная память. Руки не мозги. Они сами помнят, что делать. Не пытайся руководить руками. Как это? Ну, вот так. Не руководить руками? Ну, да, да. Думай о чем-нибудь другом. О чем? Ну, какая твоя любимая песня? А ты мне скажи, какая моя любимая песня. Я же тебе ее пела. Неважно. Можно считать розовых слонов. Что? Розовых слонов. Один розовый слон плюс один розовый слон. Будет два розовых слона. Два розовых слона плюс два розовых слона. Будет четыре розовых слона. Издеваешься? Четыре. Почему нет? Какие слоны? Какая картошка?
Я вообще ничего не могу вспомнить, ты понимаешь? Ничего. Ни тебя, ни нашу свадьбу, ни наших детей, ни этот дом, ни это платье. Ты мне так и не ответил. Это же не наш дом. Да, это Мишкин дом. Отлично. А еще ты не сказал мне, что же у нас такое произошло? Почему мы вынуждены скрываться? Что ты натворил? Я ничего не творил. А мне наплевать. Правильно? Зачем мне знать, какие у нас проблемы? Если я вообще не помню, кто мы такие. А ты мне другое скажи, мне вообще хорошо с тобой в постели? Чего? Значит, плохо. Чего это плохо? Ничего не плохо. Очень даже хорошо, можешь мне поверить. А лучше проверить. Прямо сейчас. Или на что с тобой расписание? Два раза в неделю? Или один? Как часто ты меня балуешь? Вера, успокойся. Ну, мы же муж и жена. Пойдем в спальню? Зачем? Я тебе там все объясню. Прямо сейчас? Ну, может быть, это мне поможет. Я так не могу. А почему? Потому что ты ничего не помнишь, это будет нехорошо. А что нехорошего? Мы же муж и жена, и руки. Ну, они же сами все вспомнят, это вот мышечная память, да? Иди ко мне. Зачем? Дурак. Супружеский долг. Выздоровей сначала, ясно? Ошибку. Вечером я ушла по делам и оставила вас одних. Я думала, что вы взрослые люди и что на вас можно положиться, а оказалось... Что оказалось? Оказалось, что на вас нельзя положиться. Это спорный вопрос. Папа тоже на тебя положился, а ты его подвела. Ага, побежала на свидание и оставила нас одних ночью. Повторяю, я думала, что вы взрослые люди, все понимаете. Папа тоже думал, что ты взрослая. И что ты тоже все понимаешь. Так. Ладно. Извините меня. Ничего страшного. Как говорит папа, забыли. Отлично. А теперь расскажите-ка мне все про эту мымру и что это за история, будто она его жена. Иди сюда. Не бойся, я не буду к себе приставать. Просто поговорим. Как ты? Не очень. А ты? А чего? Я память не терял. Обними меня. Что? Обними меня.
Почему я должна тебя все время уговаривать? Мне нужно кое-что понять. Просто подойди и положи мне руки на плечи. И все. Больше мне ничего не нужно. А мы ссорились? Я тебя выгнала? Нет. Мы очень дружная семья и часто ездим сюда на шашлыки. Тебе не надоело врать? Ну кто я? Только не говори, что я твоя жена. Не знаю, зачем тебе нужно. Пока не поняла. Ты мне нравишься. Не ври, пожалуйста, ладно? С чего ты взяла, что мы не женаты? Да я вижу. Что? Я же женщина. Мы даже не целовались с тобой ни разу. Ты вон на меня смотреть боишься. Так уж боюсь. Хорошо. Поцелуй меня. Пожалуйста. Как вы тут без меня-то? Вань, а ты скучал по мне? Только честно. Честно? Даже не вспоминал. Врешь. Ир, что ты так сполошилась? А ты считаешь, что у меня нет повода? Мой братец сходит с ума, а ты ему в этом потакаешь. Ира, ты мне с утра еще не все сказала? Зачем меня позвала? Не даете нормально с дочкой пообщаться? Поехали. Куда? К тебе, за город. Я должна во всем разобраться. Это плохая идея. А у меня нет для тебя лучшей идеи. Между прочим, к нам уже гости наведывались, и они, скорее всего, не оставят нас в покое. И я должна все это прекратить, чем скорее, тем лучше. А то мне нравится вообще. Сами где-то прячутся, а детей под удар подставили. Ира,
Что Ира? Я все сказала. Тетя Ира, ты все правильно говоришь. Да, точно, мы тут в опасности. Надо ехать за город, папа. Ну? Поехали. Спеши. Ты себя вообще слышишь? Мой муж, которого я не помню, ладно, хочет меня убить. За что? А этого я не знаю, Вера Сергеевна. Но ты его в этом обвиняешь. Ты не сам только что это сказал. Да потому что вы мне это сказали, незадолго до аварии. И прекрати мне выкать! Мы же только что целовались, в конце концов. Да вы не целовались. Вы на мне эксперименты ставили, ясно? Так. Давай начнем сначала. Почему ты считаешь, что именно в нас стреляли? Да потому что я кое-что в этом понимаю и не могу ошибиться. Зачем ты это делаешь? Что? Что я делаю? Зачем ты мне все время врешь? Чтобы что, поиздеваться? Да зачем мне тебе врать? Да откуда я знаю? Ты же соврал, что я твоя жена. Теперь вообще какую-то ерунду гонишь. Деньги, недвижимость, кто тебе вообще поверит? Я учительница младших классов, и я это помню. Это вообще единственное, что я помню. Вот в этом как раз ты ошибаешься. Ты знаешь, кто ты? Знаешь, кто ты? Ты жена олигарха. Ты стерва, которая отравляет жизнь всем, кто ее окружает. Ты никого не видишь и не слышишь, кроме себя. Ах, я не живу в деревне! Ах, я ничего не покупаю на рынках! Ах, мне нравится это платье! Это хорошее платье, между прочим. Это любимое платье моей сестры. Ясно тебе? О-о-о-о-о, еще и нос воротит. Мэмра. А спорим они уже 100 раз поссорились? Спорим, что они уже целовались? Спорим. Держи себя в руках. Там посмотрим. То, что слышно. Мэмра. Ты что себе позволяешь вообще, а? Ты что, с ума сошла? Ты кто такая? Я вообще-то твоя жена! Да какая ты мне жена? Ты Мэмра! Самая настоящая. Мэмра. Я выиграла. Ребята, вы чего примчались? О, Ленка, привет. Здравствуйте, дядя Сережа. Что-то случилось? Соскучились. Ага, привет, мам. Ваня, тебе совершенно не нужно притворяться, папа мне все рассказал. Жаль, хотя я знала, что он не выдержит. Он совершенно не умеет врать. Машуня, пусти-ка. Здрасте. Я Ирина. И это мое платье. Очень приятно. Вера. Хорошее платье. Разумеется, хорошее. Я его себе покупала. Я отдам. Обещаю. Носи, пока не надоест. А ты даешь, Казанова. А ты чего тут-то? И правда, что ты их всех привез? А ты вон, сестру свою спроси. А, хозяйка, может, будем пить чай? Мы, правда, к чаю ничего не привезли, но так, поболтаем. Угу. Конечно. Кто будет пить чай? Я буду. И я. Я тоже хочу. И я буду. И нам налейте, Вера Сергеевна. Куда уже без тебя, Паша? Что ты здесь делаешь со своими громилами? Вера Сергеевна. Боже, я все вспомнила. Сергей, ты же отказался меня спасать.
Так получилось. Он спасал тебя, потому что любит тебя. Уже давно. Передайте Виктору, что пусть привезут бумаги сюда, и я все подпишу. Виктор Викторович приказал вас привезти к нему, Вера Сергеевна. Мне все равно, что хочет Виктор Викторович. Я хочу остаться. А ты хочешь? Да, хочу. Правильно. Мы тоже хотим, чтобы ты осталась. Ребят, вам лучше уехать отсюда. Я-то думаю, что эта машина за нами все время ехала. Теряешь форму, дружище. Да ладно. Я рад, что ты здесь. Я тоже рада. Кажется, кто-то обещал нам чай. Или она опять что-то забыла? Видишь, ничего страшного не произошло. Я знаю, меня все устраивает, Виктор. Свои личные вещи я заберу через пару дней. Конечно, теперь ты нищая. Но зато с друзьями, оборванцами. На себя посмотри! Смешной, как осьминог, а выпендривается. Почему осьминог? Потому что смешной. Ты не нищая. Мы у тебя, я просим. Конечно, не нищая. У меня же есть ты, твой брат. И твой папа. Ну вот и все, можно подводить итоги. Имущество, записанное на Веру Сергеевну в случае моей смерти или развода, вернулось. Ты разобрался с киллером? Да, контракт я с ним разорвал, но он потребовал неустойку. Говорит, что время было у нас до сегодняшнего дня. Ну ничего, я с ним разберусь. Не вздумай ему платить. Неустойка. А Маша сказала, что ты хранишь мою фотографию в семейном альбоме. Это случайно. Случайно? Да. Я знаю, чего ты боишься. Я? Боюсь. Ничего не боюсь. Ты же соврал мне, что мне с тобой было хорошо. Но ты боишься не оправдать моих надежд. Ну вот это я уж точно не боюсь. Уверен. А ты нет? Есть только один способ это проверить. Это не я, это Машка. А вот ты не догонишь.
Как же вы меня достали, а? Вот я сейчас как-то...